Окей. Пробую объясниться по поводу запуска Академии второго курса в нашем университете ресурсной медицины. То есть мы его запускаем вот сейчас, буквально в июне, в июле 2016 года. Это целый годичный курс от университета ресурсной медицины. Прежде всего для кого? Прежде всего для тех, кто уже прошел первый курс, базовый курс, вводный, двухмесячный, 60-дневный онлайн-курс обучения «Вход в мир без болезней». То есть академия годичная, она подразумевает то условие, что поступающий в нее как минимум обучен языку ресурсной медицины, который, собственно, мы изучаем на вот этом базовом двухмесячном курсе, 60-дневном, «Вход в мир без болезней». Потому версия первая. Как можно попасть в академию? То есть просто закончить первый курс и логично начать заниматься в академии на втором курсе. Мы второй курс назвали академией, потому что здесь преподаются уже академические знания. Академические, понятные, полностью, как бы сказать, структурированные. Уже мы, используя знания, полученные на первом курсе базовом, мы уже будем брать и делать то, что будем делать в академии. Академично, понимая друг друга. Используя язык ресурсной медицины, что принципиально важно. Версия 2, как можно попасть на этот курс. Например, вы узнали, что есть академия, и вам она понятна и нужна, второй курс, но вы не проходили первый курс. Что делать? Поступить сразу на два курса, обучаться параллельно. Это, конечно, сложно. Сложно в плане напряжения объемом контента получаем, потому что вам надо будет параллельно изучать и первый курс. А он достаточно принципиальный и непростой, ну, как непростой сказать, несложный, в общем-то, но и непростой. И тут же участвовать во всех мероприятиях в академии, а их очень много. Это сделать можно будет, определенно, с нами созвонившись. Но надо будет понять, можете ли вы это сделать, потому что это все-таки будет стоить немало денег. И надо, чтобы вы могли это выполнить качественно для себя, потому что вопрос качества для нас принципиальный. Обучаем своих студентов качественно и боремся за то, чтобы среди обучаемых у нас студентов качество было достаточное, не падало. Это принципиально для нас. Мы речь идет про здоровье вообще. Про здоровье вообще. Еще вопрос задают по поводу корпоративных возможностей. Можно ли вступить в академию, например, не одному, а целый департамент, какой-то офис, регион, компания. Может ли вступить, вот, скажем, не один человек, а больше. Логика в этом есть. Логика обучения в академии, корпоративного обучения есть. Мы ее теоретически заложили, но практически это все надо будет обговаривать в частном порядке, потому что в чем наша заинтересованность? Если вы, как наши клиенты, как наши обучаемые у нас клиенты, хотите потом объяснить своим клиентам о том, что вы вот обучаетесь целой компанией, департаментом, офисом, регионом в академии, то, конечно же, за это какую-то моральную ответственность несу лично я и наша команда. Потому нам надо понять, что вы по ходу обучения команды, несколько студентов будут учиться от вас, то никто из них не будет терять качество. То есть мы это качество будем контролировать жестко. У нас есть по этому поводу даже наказательные такие процедуры. Есть они, да, кстати, есть.
Что еще? Почему? Академия будет длиться год. Как в нее поступить? Я уже сказал. И что нужно? Надо следить за нашими объявлениями. На официальной странице в Facebook. Подпишитесь обязательно. Подпишите всех своих знакомых, друзей, родных, клиентов, близких, далеких. В общем, всех подпишите на рассылку, чтобы получать от нас рассылку, и тогда вы будете в курсе запуска Академии. Будете в курсе. В общем, вот так вот.